Тем временем школьники Павлодарской области получили прекрасную возможность выступать на сцене вместе с именитыми музыкантами. Что это за проект и для чего он нужен, знает Ербол Абишев. Анельса Адвокасова мечтает стать профессиональным музыкантом. Для нее областная филармония – идеальная площадка для профессионального роста. Филармония – это... В третий раз прихожу сюда на репетицию. Очень нравится. Интересно быть рядом с профессиональными музыкантами. Буду приходить в филармонию постоянно. Я очень хочу выступать на сцене. Сейчас школьники готовятся к концерту. Через несколько дней они вместе с камерным хором филармонии выступят на сцене. Это первая ласточка проекта «Самга». Его цель – объединить творческие коллективы с начинающими музыкантами. Детей нужно воспитывать на большой сцене. Нужно передавать им опыт старших наставников. Именно так мы сможем поддержать талантливую молодежь и дать ей возможность заниматься музыкой профессионально и выступать на большой сцене. Во время репетиций можно действительно пообщаться с некоторыми профессионалами своего дела, услышать всю мощь филармонии Павлодара, распеться в хоровом классе, побывать за кулисами на репетиции такого большого проекта, большого концерта. Работать с профессиональными коллективами, исполнять произведения вместе с ними со сцены – это только начало. Мы планируем наладить сотрудничество с известными артистами Казахстана и даже мировой величины. Естественно, для детей это уникальная возможность раскрыть талант и окунуться в мир музыки. В этом музыкальном сезоне филармония планирует дать более 10 концертов. Сотни талантливых детей получат возможность выступить с большой сцены вместе с солистами камерного хора. Ербол Абишев, Марат Игликов, Женис Тимербулат из Павлодара, Хабар 24.